Ужас войны и стремление к миру привели вас на землю Израиля, в наш общий еврейский дом. Благотворительная организация «Возвращенная на Сион» приветствует вас и готова прийти на помощь. Для новых репатриантов из зоны боевых действий, а также беженцев, оказавшихся в трудной ситуации, у нас работают гуманитарный склад с одеждой, продуктовая помощь, наши волонтеры и сотрудники с радостью помогут вам оформить необходимые документы, проведут консультации по вопросам адаптации в стране. Для детей у нас работает музыкальная школа, где они смогут продолжить прерванное обучение или начать новый творческий путь. Мы приветствуем вас в государстве Израиль и желаем вам мира. Шалом. Наши контактные данные.